И снова здравствуйте, это Укр Лайф ТВ, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтмана, медицинский центр «Призма». А сегодня у нас особенный гость. Сегодня с нами на связи доктор политических наук, индолог, человек, который всю свою профессиональную деятельность практически занимается Индией и регионом, ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований Елена Бурделовская, которую мы очень рады видеть. Елена, спасибо огромное, что нашли время поговорить сегодня с нами. Спасибо за приглашение. Добрый день всем. Елена, знаете, вот недавно состоялась встреча G20, было принято заявление, которое не очень-то, или декларация, которая не очень-то понравилась Украине, мягко говоря, да. И, в принципе, даже Байден вынужден был с Блинкиным объяснять, что тут ничего, вот как-то так случилось. Они, конечно, не так говорили, дословно наши зрители могут почитать, как они говорили, но плюс-минус они оправдывали принятие такой декларации, объясняя это тем, что по-прежнему Россия и Китай являются полноправными членами G20, поэтому вот, такой вот такая декларация была принята. Но дело ведь не в этом. И сразу же зазвучали в Украине слова о том, что вот там Индия, собственно говоря, не понимает контекста, Индия нас предала, Индия с Россией и так далее, и так далее. Но если по большому счету подумать, то очень хотелось бы разобраться в причинах, что же происходит, где сейчас Индия в этом новом глобальном мире, куда она стремится, как она пытается себя позиционировать, почему ее поступки такие, а не другие. Потому что, по большому счету, простые объяснения эмоциональные у нас всегда есть. Ну, тем более, когда война, то мы всегда, у нас как бы все черно-белое, и это, наверное, правильно. Но, с другой стороны, чтобы разобраться, очень хочется понять, в чем же здесь изюминка, да? Поэтому, если позволите, вот начнем с такого самого простого вопроса. Вот то, что случилось на Большой двадцатке, та декларация, которая была принята, как вы это оцениваете и ожидали ли вы, что она будет именно такой? Спасибо за вопрос. Я, если позволите, начну немножко с личного восприятия, потому что, честно говоря, с каждым новым интервью, там, какими-то программами, аналитическими докладами об Индии, мне это все как-то становится морально сложнее и сложнее. Почему? Потому что очень многие зрители, читатели воспринимают это так, как вроде бы я оправдываю. И вот почему она такая нейтральная, почему, как многие думают, поддерживает Россию. Я сразу скажу, что это не совсем так. На самом деле нужно просто понимать, что я пытаюсь профессионально действительно объяснить, почему так происходит. Другое дело, нравится лично мне это или не нравится. Я скажу, что, конечно, это тяжело морально, потому что лично я утратила очень многих своих индийских друзей, коллег, начиная с 2014 года, даже не сейчас. Вот в этих баталиях, спорах, как мне казалось, профессиональных, но все равно эмоционально всем нам это очень тяжело. Поэтому действительно нужно пытаться все-таки разобраться, почему так происходит, никого не оправдывая, а просто, ну, пытаться понять, что же есть на самом деле и почему. Если говорить о саммите, который только что прошел в Нью-Дели, честно говоря, до последнего момента было ощущение, что декларация может быть не подписана вообще. И тогда бы это был провал для индийской дипломатии, потому что впервые со всех саммитов, которые проводились G20, он мог оказаться без вот этого финального коммюнике. Почему были такие опасения? Потому что за весь год президентства Индии, которое она начинала под такие большие фанфары и очень с громкими заявлениями, и в том числе, кстати, говоря о вызовах, вспоминала, как они это называют, конфликт в Украине, вот, и много-много всего ожидалось. Вдруг выяснилось, что за год президентства Индия так и не смогла обеспечить подписание ни одного, подчеркиваю, общего коммюнике во время встреч высшего уровня, то есть министерского уровня, когда собирались, скажем, министры финансов, министры иностранных дел, помним, вот март месяц, когда это было заседание тоже в Дели. Одно из самых последних заседаний буквально за неделю до саммита министры цифровизации, цифровой политики.
То же самое, не смогли подписать заключительный документ в коммюнике по одной и той же причине все время разногласия по поводу абзаца о войне в Украине, который наши западные партнеры, и за это мы действительно им благодарны, что и прозвучало в оценке ситуации со стороны Министерства иностранных дел Украины, пытались войну в Украине держать все время на повестке дня. В то время как для Индии вот примерно с марта месяца этот фактор стал таким раздражителем, знаете, то есть стало понятно, что, в общем, ничего они сильно изменить не могут, никакой свой мирный план Индия не предлагала, для этого тоже были свои причины, вот, а вместе с тем успешность этого президентства была поставлена под угрозу. И как мы знаем, декларация лидеров, Делийская декларация лидеров была подписана в последний буквально момент, потому что, вообще говоря, она должна была быть полностью согласована накануне саммита, а не во время, так всегда делается. Для этого есть так называемый митинг, встреча Шерп. Шерпы – это главы делегаций стран при G20, которая проводилась вот как раз накануне саммита. Она должна была быть закончена 6 сентября. И там должен был быть полностью готов этот текст. В то время как, когда саммит начался, мы знаем, что текст был полностью согласован, кроме абзацев так называемых по геополитике, касательно войны в Украине. Далее скажу, что тоже, может быть, не все наши вот зрители знают, читали. Индия на самом деле оказалась под очень большим таким прессингом. В первую очередь с российской стороны. Потому что действительно, ну, слышали наверняка все заявления Лаврова о том, что фактически, как всегда, шантаж, ничего нового, что будет сорвано подписание документа, если не будет учтена российская позиция. А посол России в Индии, некто Алипов, бегал по Дели и всем рассказывал, какая это должна быть позиция и что она должна быть учтена. В частности, он требовал исключения тех, как было сказано, вообще отход от тона, от разговора, который был на Бали в прошлом году на заседании двадцатки, то есть исключение фразы об агрессии России, осуждение ее. И вообще, значит, все они вместе кричали о том, что G20 – это форум не геополитический, не форум для безопасности, это форум для развития, экономики, как оно, в общем-то, и есть. Но мы же понимаем, что это все очень сильно взаимосвязано. И вот такая вот была история накануне. Индия подготовила текст декларации к началу саммита, в котором сделала упор, такой очень компромиссный тоже вариант, сделала упор на гуманитарные последствия войны, на жертвы, на катастрофы, на экономические проблемы в мире, естественно, голод, проблемы продовольственной безопасности, энергетика и так далее, не упоминая вообще ни Россию, ни Украину. Ну, тут уже наши западные партнеры во время обсуждения этого текста первоначального заявили, что такая позиция по Украине их совершенно не устраивает. И вот дальше началось то, что действительно грозило Индии остаться без декларации вообще. И уже во время заседания пленарного 9 числа Нарендра Моди, премьер-министр Индии, даже прервал заседание специально и сказал, что наконец-то он получил хорошие новости о том, что полностью весь текст декларации согласован, и она будет представлена. И там начал хлопать по столу, как это у них принято, в знак радости. И перед этим, кстати, тоже интересно было, я слушала на хинди его это заявление, он сказал, что я уж было сердиться начал, значит, я сердился, а вот теперь такая у нас хушхабри, хорошая новость пришла. Вот, я должна сказать, что выглядит это таким образом. Ни Нарендра Моди лично, ни Индия вообще не могла допустить того, чтобы ее вот это президентство оказалось неуспешным, и чтобы этот саммит был неуспешным, в том числе лично для Моди, который в следующем году будет пытаться переизбраться третий раз премьер-министром. Поскольку... А в Индии это возможно? В Индии это возможно, да? Да, в Индии это возможно. Я тоже была, кстати, удивлена, потому что вот демократическая страна, все такое формально, да, это оказалось возможным.
Учитывая то, что внутри страны у него масса всяческих проблем, ему был нужен успех на внешней стороне деятельности, так сказать, дипломатической деятельности. И, в общем-то, западные страны его спасли, я считаю так, поскольку пошли на этот компромисс по заключению декларации, компромисс, который нам не нравится, но зато спасли Моди лично, спасли Индию как страну, которая очень нужна Западу, это тоже отдельный разговор. Почему? Потому что, если коротко, Индия представляет себя сейчас как голос так называемого глобального юга, и Западу это нравится гораздо больше, чем такие претензии предъявляет Китай, да? И в противовес Китаю по многим причинам, в том числе и по позиции вот глобального юга, Индия, конечно, очень устраивает Запад как надежный партнер, как страна, имеющая огромные связи, тесные связи с западными странами. Один визит Моди в Соединенные Штаты, чего стоил вот недавний. Поэтому было вот и достигнуто это компромиссное решение. В чем его, так сказать, плюсы и минусы? Плюс все-таки, в том числе и для нас, что в принципе декларация была принята, и что в принципе эти параграфы, это параграфы 8, 9 и 10 в преамбуле к декларации Делийской, ее можно почитать на сайте Министерства иностранных дел Индии, кому вдруг интересно. Преамбула носит такое громкое название для планеты, людей, мира и процветания, такие 4 пи по-английски, если посмотреть. И вот там в этой преамбуле три параграфа, посвященные Украине, очень компромиссные, но я не буду повторять, наверняка все знают, в чем они состоят. Для нас важно то, что там подтверждается, опять-таки, необходимость и уважение принципа территориальной целостности, необходимость соблюдения устава Организации Объединенных Наций, необходимость достижения мира, и ни в каком виде неприемлемы ни применение ядерного оружия, ни угрозы по применению ядерного оружия. Далее там также есть про последствия эти гуманитарные войны и так далее. Но для нас вот важна именно эта часть о территориальной целостности. Хотя, конечно, безусловно, то, что там нет осуждения России как агрессора, даже с тем замечанием, которое было и в прошлом году в Индонезии, и есть теперь, что не все страны выразили согласие с этой позицией, но тем не менее вот этот дух Бали, в общем-то, слегка испарился, как и требовали, к сожалению, россияне. Но если посмотреть на реакцию на эту декларацию, вот вы правильно начали с того, что как ее трактовали, объясняли в Соединенных Штатах, собственно, каждый теперь трактует это как хочет. И все рассказывают об огромном успехе. Ну, я уже молчу о том, что в Индии там вообще творится вот несколько дней просто что-то невероятное. Это эйфория полная от успешного саммита, от успешного президентства и так далее. И статьи приходят такие, в том числе моих коллег, что, ну, мне просто иногда уже и плакать хочется. Вот. Ну, ладно, предположим, есть, конечно же, основания считать, что президентство было успешным, в первую очередь для стран глобального юга, но нам оно никакого прорыва, безусловно, не принесло. И более того, вот этот компромисс, значит, ходит Лавров и рассказывает, какая замечательная Делийская декларация. Ура, мы всем доказали, смотрите, Запад одумался в последний момент, говорит Лавров. А Макрон дает пресс-конференцию, рассказывает, что, ну, видите, Россия же изолирована на саммите. Что ни президента не было, и вообще мы же все ее осуждаем. Ну, позиция Байдена вы озвучили, вот, о том, что действительно главное, значит, было достигнуто, что необходимость следовать принципам международного права и так далее. И совсем другая реакция нашего Министерства иностранных дел. Вот, хотя я скажу честно, я совершенно не рассчитывала, что там мы увидим и прочитаем какое-то осуждение России. Вот, но, как говорится, все равно неприятно. Елена, тогда, если позволите, давайте немножко разберемся, что же связывает Индию с Россией, потому что сейчас, ну, по крайней мере, у меня, как у человека, который читает много всего, но я не систематизирую это, бесспорно, на уровне профессионалов, да, но у меня создается такое впечатление, возможно, оно обманчиво, поправьте меня, если это так, что Индия, она как бы
между Россией и Западом. И вот, с одной стороны, многие вещи для нее выгодны в сохранении тесных контактов с Россией, с другой стороны, мы видим, как она ориентирована на Запад, и Запад, собственно говоря, тоже, как вы справедливо сказали, вот сейчас тоже заинтересован, я даже записала, что Индия нужна Западу. И мы даже можем вспомнить слова Байдена, который вдруг сказал, а может и не вдруг, о том, что, в принципе, США не возражают, если Индия станет членом Совбеза. А это же давняя мечта Индии, да, это, наверное, дорого стоит для Индии. Непонятно, когда это может случиться, но факт остается фактом. Итак, в этом смысле, простите, вот Индия между Россией и Западом. Давайте немножко об этом, так как вот вам это понимается. Да, и, кстати, хочу заметить, почему никто и не ожидал, ну, большинство, скажем так, экспертов и не ожидали какого-то там осуждения в этой декларации России, потому что когда Нарендра Моди был в Соединенных Штатах Америки, они подписали тоже по результатам этого визита с Байденом огромную декларацию о сотрудничестве, где тоже осуждается война, идут призывы к дипломатии, там, и опять же, это любимая цитата Моди, которая вот уже 1,5 года гуляет по всем эфирам, о том, что теперешняя эпоха, да, не время войны, это там все есть. Но там вообще Россия не вспоминается в этой декларации. То есть даже в двухсторонних отношениях с Америкой, Соединенными Штатами, да, Байден уже тогда, в общем-то, пошел на то, чтобы выполнить требования Моди, скорее всего, и не вспоминать агрессию именно России, а А вот это только интересно. Это да. как-то вот прошло, честно говоря, поза нашим вниманием, потому что, как правило, мы говорим о декларации только G20. И то, что вы говорите, это очень интересно. Ну вот я почему об этом и сказала, потому что это мало было освещено действительно в СМИ. Ну там огромная декларация, и на самом деле она касается больше именно сотрудничества Индии и Штатов. Она есть опять же на сайте Белого дома. Слушатели наши могут спокойно ее проверить. Декларация по результатам визита Моди. Летом это было, в июне, кажется, в Соединенные Штаты. И вот интересно, да, что там общие эти заявления про мир, дипломатию, там недопустимость конфликтов есть. Но ничего про осуждение агрессора нет. Это означает, что американская сторона тоже очень дорожит отношениями с Индией и идет на определенные уступки в своих, казалось бы, принципиальных вопросах. И получается так, вот, честно говоря, даже если просуммировать еще раз саммит G20, то вот эта эйфория, победа Индии, компромисс и так далее, все это достигнуто, в общем-то, за наш счет, за счет Украины. Потому что компромисс по Украине. И дальше перехожу к ответу на ваш второй вопрос. Почему это так? Во всех, опять же, таки вот упомянутых мной статьях, анализах, все пишут, какая же мудрая индийская дипломатия, что вот она по-прежнему придерживается этого срединного, так сказать, пути. Ну, это, правда, китайское понятие, но неважно. И умудряется лавировать между Западом с одной стороны и Россией и Китаем. Ну, про Китай там вообще отдельная история, потому что слишком сложные отношения двусторонние, индийско-китайские. Но что касается России и Запада, однозначно им удается лавировать. Более того, Индия всегда рассказывает о том, что, ну вот видите, наша нейтральная позиция, это же окно возможностей. Мы можем говорить и с одной стороны конфликта, и с другой стороны конфликта. В определенной степени это так и есть, потому что мы знаем, что вопросы войны против Украины поднимались во время визитов, скажем, министра иностранных дел Джая Шанкара в Москву и встречи его с Лавровым, во время визита советника по национальной безопасности Аджита Давала, также в Москву, 3 раза он за время войны там был, если уже и не больше. То есть вопросы, переговоры ведутся, они ведутся не публично. Мы знаем, что Индия была привлечена, не привлечена, это, собственно, их инициатива, это их активность к переговорам по Запорожской атомной станции, по переговорам по Черноморскому соглашению. Вот, и они говорят, ну вот смотрите, мы же вот все-таки, поскольку мы вхожи, да, и мы все еще поддерживаем хорошие отношения с Москвой, мы можем поднимать разные вопросы, не только вопросы бизнеса российско-индийского, но вот и такие. Теперь тогда отсюда мы можем перейти к более такому вообще моменту общему. Дело в том, что принцип внешней политики Индии всегда был один и тот же.
И это был именно активный нейтралитет, либо, как они говорят, это новый такой термин, сейчас его любят больше, чем просто нейтралитет, стратегическая автономность. Стратегическая автономия. Нейтралитет – это принцип, провозглашенный, так сказать, отцами-основателями независимой Индии, в том числе Джавахарлала Неру, которого сейчас не очень любят вспоминать в нынешней Индии при ее нынешнем политическом руководстве. Ну вот поэтому больше используется более активно этот термин «стратегическая автономия». Ну, по сути дела, это одно и то же. Нейтралитет при этом не означает полную там какую-то равноудаленность или отстранение от мировой политики. Наоборот, Индия всегда была очень активна в своей внешней политике, в том числе многосторонней дипломатии. И если, скажем, во время Холодной войны это выражалось в том, что Индия стала одним из основателей движения неприсоединения, чтобы не быть участником одного из двух блоков, потому что действительно всегда считалось, что Индия слишком большая страна, слишком, ну, в общем, такая страна, которая может себе позволить следовать своему независимому курсу, учитывая ресурсы, там, цивилизационное наследие и так далее. Вот поэтому, значит, третья сила, да, в международных отношениях как движение неприсоединения. А далее уже после окончания Холодной войны мы просто видим Индию, которая участвует в работе, ну, просто бесконечно большого количества разных международных форматов. И это тоже проявление ее позиции. Вот совсем недавно прошел саммит БРИКС, тоже очень такое было интересное событие, в котором Индия одна из стран, не только участниц, но и та, которая стояла у истоков. Другое дело, что это вообще идея западная, которую имплементировали, да, другие страны для своих каких-то целей. Но тем не менее, в БРИКС они идея есть. БРИКС, извините, идея БРИКС – это идея западная? Безусловно, это идея очень известного экономиста, который сейчас лорд, член Палаты лордов Великобритании, Джим О'Нил, который в то время работал, он очень известный экономист, финансист, который работал тогда на Goldman Sachs, и он подготовил такой себе доклад в 2001 году, то есть в начале тысячелетия, в начале столетия, о том, какие страны будут развиваться более быстро, и выделил четыре экономики, тогда это был БРИК без буквы С, вот, которая появилась позднее для Южной Африки, South Africa, и, соответственно, назвал Бразилию, Россию, Индию, Китай как наиболее растущие экономики. И что интересно, опять же таки, порекомендую сразу, кому это все вообще интересно, сразу после этого саммита БРИКС, который прошел сейчас и в Йоханнесбурге, и на котором было принято решение о его расширении большом, еще шесть стран туда принимаются, этот самый лорд Джим О'Нил написал очень интересную статью, она есть на сайте Chatham House, ее можно посмотреть. Королевского вот. Института международных отношений. Абсолютно, да, верно. Так. И он там объясняет, что он вообще ничего такого не имел в виду. Он, в принципе, не думал, что это когда-то превратится в какой-то геополитический форум. Это идея, которую использовала Россия, потом Китай для продвижения своих геоэкономических инициатив, ну, Индия, которая, ну, не могла же позволить Китаю быть, значит, представлять опять всю Азию, а потом подключили еще и, ну, Бразилия сразу тоже, потому что Латинская Америка должна присутствовать, ну, и, соответственно, далее появляется Южная Африка, которая вообще, ее экономика там, ну, в процентном отношении мизер в эту организацию дает, и она имеет массу проблем, но для того, чтобы представить Африку, то есть получился действительно уже геополитический проект, вот, о чем Джим О'Нил вообще не помышлял. Но это мы отвлеклись, я к тому, что Индия... Вот есть участником такого формата. Далее, Индия с 2017 года принята в организацию, нам всем хорошо, так сказать, известную, под названием ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, куда она вступила вместе с Пакистаном. Вот, и очень лоббировала принятие Индии именно Россия в эту организацию. Ну, понятно, что Китай заступился за своего союзника, за Пакистан. И вот такое расширение произошло. И, кстати, в этом году Индия была президентом не только G20, но и в ШОС. И оно как-то так прошло немножко тихо, потому что заключительный саммит прошел онлайн, опять же, без участия
Путина было понятно, что он не приедет. Было, скорее всего, понятно, что опять-таки не приедет Си Цзиньпин. И не потому, что он против, он очень даже за участие в этой организации, а потому, что хозяйка Индия. Вот. И тут они как-то так немножко замяли свои успехи или неуспехи. Ну, единственное, что был принят Иран в этом году в состав ШОС, что тоже очень интересно для такой общей конфигурации. Но вот, тем не менее, ударную, так сказать, ударное внимание было все направлено на G20. ШОС уже слегка отодвинут и забыт, потому что Индия считает, что организации, в которых пытается доминировать Китай, не так приоритетны. И поэтому, кстати, до последнего момента было непонятно, поедет ли на саммит БРИКС министр, поедет ли премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ну, все-таки поехал. Далее, Индия есть в составе других организаций, таких как КВАД. Это абсолютно прозападный формат, в котором состоят, кроме Индии, Япония, Австралия и Соединенные Штаты Америки. И понятно, что это такое уже абсолютно связанное с безопасностью формат и для сдерживания Китая. Очевидно, что нужно всем. И Западу, в смысле Соединенным Штатам Америки в данном случае, и Японии, да и Австралии, ну и понятное дело, что Индии. Есть масса других каких-то общих таких организаций, в которых Индия состоит. Я это все веду к тому, более того, она есть там наблюдатель при такой организации, как АСЕАН, например, в Юго-Восточной Азии. То есть Индия, индийская дипломатия всегда старалась везде успеть. Да? То есть присутствовать везде, где только можно. Это очень такая проактивная дипломатия, это очень разные двусторонние связи, и это желание всегда держать баланс. И в этой связи последнее, что упомянул, вот мы говорим об успешном визите Моди в Соединенные Штаты. После этого был успешный визит во Францию этим же летом. Но мало кто упоминает о том, что после Соединенных Штатов Америки Моди прямиком поехал в Египет. А после успешного визита во Францию он прямиком полетел в Объединенные Арабские Эмираты. И там тоже были заключены очень важные соглашения. Далее мы можем говорить о том, что это просто пример, как Индия пытается лавировать между Западом и Востоком, Западом и Россией в данном случае, потому что индийско-российские отношения за год войны абсолютно не стали хуже. Мы должны это констатировать, к сожалению, для нас. Но это окно возможностей не только для России, понятно, потому что она туда продает энергоресурсы, которые индийцы успешно перерабатывают и продают в том числе в западные страны уже как нефтепродукты, и поэтому никакими санкциями не облагаются. Но это еще огромные возможности для российского бизнеса продать что-то, совсем не только энергоресурсы, это очень разные отрасли, продать что-то в Индию, потому что это не продается на Запад. И вот за время войны состоялось два заседания таких межправительственных комиссий, одно в Дели, второе в Москве, где обсуждались как раз вопросы расширения сотрудничества двустороннего, да, двухстороннего в разных сферах. Не говоря уже о том, что продолжаются консультации вот в этих всех международных форматах, в которых они тоже сотрудничают. И Индия не собирается от этого отказываться. Абсолютно. Они считают, что это действительно защита национальных интересов, это выгодно. Страна большая, самая большая в мире по населению. Нужно развивать отношения, нужно кормить население и нужно показывать успех. И вот опять же таки, подобными визитами Соединенные Штаты, потом Египет, да, Франция, потом Объединенные Арабские Эмираты. Там визит Лаврова в Дели, визит Джайшанкара в Москву, начало при этом политических консультаций с Украиной, визит нашей первой заместительницы министра иностранных дел Джапаровой в апреле этого года, потом приезд индийской делегации к нам сюда. Вот, говорят индийцы, смотрите, мы, в общем, молодцы.
Мы стараемся поддерживать отношения со всеми, и мы всегда говорим о приоритете мира. Мы говорим о том, что мир един, неделим, что безопасность, она одна на всех, что она общая. И, как сказал Нарендра Моди в своем вступительной, такое было у него обращение перед саммитом двадцатки, что пандемии, экономические кризисы и так далее можно преодолеть только вместе. Вот давайте над этим работать. И, собственно, девиз индийского президентства был очень такой традиционный для индийской дипломатии «Весь мир – одна семья». Это принцип еще там упомянутый в ведах, в давних, в стародавних этих древних индийских текстах. Вот, и он очень хорошо известен. Индийцы сделали его официальным лозунгом своего президентства в G20. Вот такая индийская дипломатия. Елена, вот нам казалось, когда началась война, большая, да, война в 22-м году, что если нам удастся договориться с Западом и только с Западом и осуществить здесь какой-то прорыв, то это действительно будет прорыв, и мы сможем победить, опираясь на поддержку Запада. И было такое ощущение, что и Запад сам где-то внутри с началом прихода Байдена к власти, поправьте меня, если вам так не кажется, как-то для себя решил, что вот мы Запад, а они там страны глобального юга. И вот оттуда, по-моему, возникла этот дискурс о том, что теперь будет вот линия раздела проходить между демократиями и недемократиями. Затем мы увидели проведение этих демократических саммитов, которых организовывал Байден и так далее. Вот. И в какой-то момент создалось впечатление, что вот эта линия раздела, она все-таки очень активно формируется. Затем возникла очень интересная история, когда Салливан, выступая на одном из каких-то важных мероприятий, сделал какие-то такие наброски. Многие говорили, что это как бы наброски или тестирование будущей избирательной программы Байдена, где он сказал, что нам нужно по-другому посмотреть на весь мир и, собственно говоря, не предлагать только наше видение мира. И вот тогда возникло такое ощущение, что Запад тоже хочет уже не углублять вот эту вот линию противоречия, а наоборот, как бы ее нивелировать. Это, по крайней мере, мое такое видение. Вот. И сейчас мы видим, как Запад активно пытается все-таки общаться со странами глобального юга, договариваться с ними. И вот вы даже очень интересно подметили, что даже на встрече Байдена с Моди, да, в декларации было исключено упоминание России как агрессора. То есть Запад готов идти на какие-то компромиссы. Почему я так долго задаю вопрос? Считаете ли вы, что вот глядя на все, как сейчас развиваются события, на отношения Запада и глобального юга, Индии, в том числе и Запада, что Украине удастся закончить эту войну без участия стран глобального юга, и в частности таких, как Индия, а если с их участием, то будет ли это для нас проблемой? Ну, я начну, наверное, так, с конца, опять же, возвращаясь к саммиту G20. Многие его оценили как раз прорыв в том, чтобы между странами западных демократий и между странами глобального юга было больше понимания. Потому что очень много этому уделялось внимание Индии, как я уже сказала, Запад ее в этом всячески поддержал. И Байден во время встречи с Моди говорил об этом предметно, скажем так, о том, что должна быть учтена позиция Запада, что Запад готов делиться своими деньгами, своими технологиями для преодоления общих проблем, которые касаются стран глобального юга гораздо больше. Например, последствия там климатических изменений, к примеру. Я скажу так, это лично моя точка зрения, и не только моя, многих моих коллег, но там, где меня спрашивают, я ее стараюсь тоже донести. Я считаю, что нам не выиграть эту войну без того, чтобы наладить нормальные отношения, понимание со странами глобального юга. И более того, я считаю, что вот этот глобальный юг, вообще не нравится мне очень этот термин, я все время об этом говорю, потому что он слишком обобщенный и размытый. Но вот пока мы не придумали ничего другого, мы его используем, да? Именно война в Украине, российско-украинская война, я считаю, стала, ну, опять же, как модно говорить, триггером того, что глобальный юг вернулся в мировую политику.
Он там был, он там присутствовал всегда. И, к сожалению, как раз вот в таком ключе, в котором вы упомянули, как что-то, что противодействует Западу, да, потому что если спросить, а что их объединяет, все эти страны, ну, они настолько разные по своим там режимам и политическим, и по социальной там какой-то ситуации, и по экономическому развитию, всех их объединяло то, что они недовольны Западом в той или иной мере. И в то же время от этого Запада как-то зависят. Многие из них были колониями, большинство из них. Вот у них это постколониальный синдром таким образом проявляется и так далее. Но как-то об этом говорили, потом забывали. Этот термин «глобальный юг» тоже, на самом деле, достаточно давно появился. Кроме того, есть же институт этого глобального юга, есть так называемая группа 77, которая будет вот сейчас собираться буквально на днях в Кубе. Это тоже такой осколок движения неприсоединения. Вот страны, которые развиваются, как их определяли всегда. В общем-то, БРИКС тоже каким-то образом воспринимается как голос глобального юга, тем более разные его части. Но говорить о глобальном юге стали гораздо больше, именно когда началась война в Украине. Почему? Потому что российская агрессия, давайте мы это скажем, раз они все не хотят об этом говорить, страны глобального юга. Российская агрессия имела за последствия как раз голод, прерывание вот этих всех поставок продовольствия в разные страны и прежде всего в страны, которые развиваются, которым больше всего нужно было и российское, и украинское зерно, там удобрения и так далее, бобовые и все остальное. И вдруг оказалось, что эти страны, значит, они вот не хотят страдать из-за того, что мы между собой что-то там не поделили. И отсюда, значит, пошли вот эти все странные заявления, с которыми потом приезжали, в том числе в Киев, о том, что войну надо прекращать, вы там давайте как-то миритесь, как это, в общем, ваше дело, но мы не собираемся из-за вас страдать. То есть, вот смотрите, как и получается интересно, такая очень манипуляция, я бы сказала. Они понимают, что они страдают из-за войны, но они отказываются напрочь говорить о том, кто эту войну начал. Почему так? Ну, потому что, опять же, во многих этих странах очень сильные пророссийские сентименты. Очень многие эти страны, так же, как Индия, они и имеют за принцип своей внешней политики нейтралитет. Вот они говорят, что а что, мы не знаем, что у вас там вот действительно произошло и как там и чего. Вот мы нейтральны, это очень далекий конфликт. А где вы были, когда был конфликт в Сирии? Где вы были, когда был конфликт в Афганистане? А почему, значит, когда были там беженцы из Ливии, вы молчали и так далее? Почему вы только говорите о конфликте, который происходит в Европе? Это же нечестно. Так вот, если так, значит, давайте. Это конфликт на расстоянии 1000 километров от нас, вы, пожалуйста, разберитесь, придите к какому-то мирному соглашению и давайте опять кормить весь мир, жить мирно там и так далее. Вот такая себе позиция интересная. Плюс не будем забывать, что российская дипломатия достаточно сильна была в Африке. Я уж молчу там про все эти их военные операции, Вагнер и прочее. Просто это было большое дипломатическое такое присутствие. Вот. И Украине пришлось уже фактически в этом году, ну, я бы сказала так, что мы все командно над этим работаем, активизировать сильно свою дипломатию по отношению к странам именно глобального юга. Потому что без понимания того, что происходит во всех частях мира, а не только в Европе, Америке, ну, там, может, еще Японии и Австралии, которые все равно не юг, да, политически, ничего не получится. Сдвинуть все это будет очень сложно. И в подтверждение моих слов можно вспомнить визит этой африканской делегации в Киев. Помните, когда они приехали, попали тут под как раз была тревогу. Правда, там пытались ее отрицать, но отрицать, очевидно, сложно, поэтому потом они уже отказались, просто в записи свистели везде, да, эти звучала сирена и так далее. Потом их свозили в Бучу, потом им показали там какие-то еще кадры. И потом, когда они поехали уже в Россию на саммит Россия-Африка, их позиция мы видели уже
несколько, по крайней мере, изменилось, да. И вот в этом своем балансировании поддерживать отношения с Россией, Украиной, одновременно с Западом и с Россией, уже в течение года появляется, ну, более четкое понимание, вообще говоря, того, что происходит. Хотя, будем откровенны, скажем, той же Индии прекрасно понимает, кто жертва, кто агрессор. Индия нам посылала гуманитарную помощь неоднократно, именно потому что понимает, что мы жертва. Вот. То есть говорить о сторонах конфликта, так как это, например, в китайском плане там, да, рассказывается, уже страны той же Африки, страны глобального юга начинают, ну, как-то более осторожно, понимая, что на самом деле происходит, насколько токсичен режим путинский, вся эта история с тем, как он не приехал в Йоханнесбург, например, да, в страну, которая есть подписантом Римского статута. Вот, и так далее. Начинает приходить понимание. Конечно, мы не сможем поменять все за месяц и за год даже не сможем. Над этим надо очень усиленно работать, но мы видим, что такая работа ведется. И саммиты в Копенгагене и в Джидде как раз этому доказательство, потому что там принимало участие достаточно большое количество стран, особенно в Джидде, так называемого глобального юга, либо, скажем так, нейтральных стран по отношению к российско-украинской войне. Это очень важная, с моей точки зрения, работа, нужная работа, потому что это мир, который живет в стереотипах. Это мир, который вообще не понимает иногда, зачем развалился Советский Союз. Это мир, который не понимает, в чем отличие России от Украины. Это мир, который помнит, сколько денег, войск, там, продовольствия Россия, в смысле Советский Союз, отправила в эти страны, сколько она выучила специалистов. И поэтому нам надо вообще напоминать о том, что учились-то они как раз в большинстве своем в Украине, а не просто в Советском Союзе. И не просто Советский Союз, а Украина построила кучу там металлургических каких-то предприятий, заводов, университетов, написала программы для развития образования и так далее. Это были наши специалисты, украинские. А Россия все, как всегда, украла просто. Это совершенно обычная для нее история. То есть всю славу Советского Союза, которую помнят вот эти развивающиеся страны, так называемые, она перебрала на себя, и пришло время напомнить, что это вообще говоря не так. Давайте вернемся к вашей мысли о том, что нам не выиграть войну, если мы не сможем наладить отношения со странами глобального юга. И вот интересно, почему? Потому что они могут оказать давление, они могут оказать, я не знаю, занять какую-то переговорную позицию между и помогут добиться, я не знаю, там, какой-то позиции России? Или почему вам так кажется? Это вот очень интересный момент. У меня создалось впечатление, что и Запад в какой-то момент это уже осознал. Я не знаю, ну, это просто какая-то такая интуитивная у меня понимание, возможно, я не права, но почему-то оно возникло. Нет, вы абсолютно правы, это очень хороший и нужный вопрос, спасибо, потому что действительно и у Запада появилось это такое понимание, абсолютно, еще раз подчеркиваю, в то время, когда уже шла полномасштабная война в Украине. Стало понятно, что для того, чтобы, ну, знаете, как говорить уже такими прям штампами, возможно, красивыми, чтобы добро победило зло, надо, чтобы было понятно, вообще говоря, откуда это слово взялось и как это все получается. Почему это важно? Да очень просто. Очень много голосований, в том числе в ООН, которые, ну, говорят, да, что там ООН ни на что не влияет, и вот там она слаба сейчас как организация, но она у нас такая одна. Мы просто ничего другого пока не имеем. Мир не создал такой организации всеобъемлющей, кроме ООН. И вот сейчас будет заседание Генеральной Ассамблеи очередное в сентябре. Будет выступать наш президент Зеленский. Да? И мне кажется, что лидеры тех стран, которые побывали во время войны в Киеве, будут слушать его речь уже иначе. И те, кто был здесь, кто слышал эти сирены, кто видел там количество военных на наших улицах, кто там, может, сидел где-то внизу в бомбоубежище во время налета и так далее,
Они будут понимать лучше, потому что они были в это же время в Москве, в Петербурге, там кто-то был, кто-то там в Сочи, кто, ну, кто где из них. Они знают, что там совсем по-другому все. То есть понимание добра и зла, очевидно, приходит после того, как ты это сам ощущаешь, видишь и имеешь какой-то личный опыт. Во время встреч с вот упомянутых с такими лидерами таких стран, той же самой Джиди, мы же понимаем, мы не знаем, там не раскрывались все детали этой встречи, но мы же понимаем, что украинская сторона доносила очень много информации. И мы это делаем. Я знаю, что, например, во время политических консультаций с Индией, в том числе здесь, в Министерстве иностранных дел, говорили же не только там об ущербе людском, там, экономическом, говорили об экологической катастрофе в связи, да, с Каховским водохранилищем, или это было до того, сейчас не вспомню, но говорили, в общем, о таких вещах, о той же Запорожской атомной станции, говорили о том, что Россия ворует наших детей в немыслимых просто количествах, что это, ну, преступление, которое в 21 веке совершается страной, которая претендует на какой-то там статус великой державы и страной, которая заседает в Совете Безопасности ООН. То есть об этом говорится, и я уверена, что украинская сторона доносит очень много интересной, скажем так, информации, которую можно легко отличить от того, что разносится там со спутника, там Russia Today и всего остального прочего. Поэтому нам, конечно, важно, чтобы они вообще понимали, что происходит, чтобы они голосовали так, как нам нужно. И чтобы в своих переговорах, формальных, неформальных, с российской стороной, они об этом говорили. Ведь чего стоит одно заявление вот на встрече на этом форуме Россия-Африка о том, что африканским странам не нужны подачки, что они не бедные, да, что они могут заплатить за это зерно, но они хотят, чтобы оно было всегда, а не тогда, когда там президент Путин своим там дурацким жестом пошлет 1 миллион тонн, там, ну, понятно, что это капля в море и так далее. Ну Это да, с страны, барского плеча, да. абсолютно, и вот, кстати, это очень важный последний, наверное, момент, это страны, которые действительно имеют вот такой постколониальный синдром. Им очень хочется, чтобы с ними разговаривали на равных, чтобы не подчеркивали все время, что вот они там развивающиеся, значит, какие-то там якобы недоразвитые или что-то там с ними не так. Они очень гордые нации, которые имеют свою культуру, свою тысячелетнюю историю. Да, они были порабощены там когда-то. Но теперь они вот строят свое будущее, пытаются действительно развиваться сообразно принципам и нормам всего общества. Это, кстати, вот упорно это делала Индия во время своего президентства. Они очень много об этом говорили, что, ну, очень много в мире несправедливости. Богатые страны стали богатыми, в том числе когда-то, за счет своих колоний. Ну так давайте теперь делиться своим прогрессом, своими технологиями, ну вот, вплоть до того, что, может быть, извиняться, как это сделала когда-то Голландия, извинилась перед Индонезией за то, что вот та была колонией, и имеет сейчас очень хорошие с ней отношения, кстати сказать, экономические, и туризм, и что хотите. То есть все возможно. Посмотрите на отношения Великобритании и Индии. Как принимали Сунака в Дели, да, который А как индиец. он себя вел, правда? А Как как он он себя себя вел? вел, как вела его жена себя, да, и как он там сходил в этот храм индуистский и так далее. Хотя, ну, он верующий индус, там по некоторым, так сказать, признакам это видно, но я не думаю, что у него так много времени, чтобы заниматься подобными вещами у себя. Вот, ну вот он отдал должное. Вот, понимаете, это пример такой цивилизованной, как раз цивилизованного поведения в смысле культурного, не деление на какие-то там страны нецивилизованные, а другие цивилизованные, да, вот почему меня всегда коробит такое вот определение, что весь цивилизованный мир с нами. Ну, а позвольте, а что, Индия и Китай, это что, не цивилизации древние? То есть есть такая манипуляция, как понимать цивилизацию? Вот что это за термин, за такой? Надо быть очень осторожным, потому что, еще раз повторю, это гордые страны. Они хотят, чтобы их уважали, они имеют полное право на то, чтобы их уважали. И когда мы обижаемся, что они нас не поддерживают, ну тут надо немножко разобраться, а почему так получилось? А что они про нас знали раньше, до этой войны?
А какие у нас были с ними отношения? А были ли у нас там посольства? А были ли у нас возможности, деньги и так далее, чтобы этому направлению уделять внимание? Ну, к сожалению, их не было, это правда. И сейчас нам приходится наверстывать все это для того, чтобы завоевать их поддержку. Даже если это будет нейтральная позиция, она может быть очень разной, эта нейтральная позиция. Вот поэтому я считаю это очень важным. Елена, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы вам очень за это признательны. Спасибо. Елена Вот только вам Бордиловская. спасибо за приглашение. Спасибо. Елена Бордиловская была сегодня с нами на связи, за что мы очень признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь.